она симпатичная, знаешь, у нее волосы еще пепельные. Бля, ты можешь впритык не подходить, бля? Я купила подарок, Рошан! Одни кроссовки, мне изи бусты с рынка дайте, чтобы я один раз лезвием станцевал и порвал, жесть. Ну, гранд взял. Ну, а ты мой брат. Брат, она еще смотри, спорт. Активно. Здорово, брат. Откуда привезли, брат? С Кореи? Да. Поздравляю, брат. Спасибо, брат. Да, брат, спасибо. Поздравляю. Быстро обзор надо. С цеплением, смотри. С цеплением. Да, в любом случае. Харбон, брат. Напарник. О, блядь, здороваешься, да ты? О, блядь, это забыл, что надо. С тебя не лучше видно. 4 стеклоподъемника, задний, передний, карбон. Карбон. Это 2, а не 4. 2? Да, 2, брат. Сила на зеленый? Ужас, брат, вообще, на самый желтый цвет, что есть. Приборка, братан. Он дай газу чуть. Не, выхлопа нет. Спорт приборка, брат. Карбон! Подогрев сидений, братан. Кондиционер, братан. Братан, здесь нет присутствия. Брат, нету. Да я привык, брат, что делать. Там ствол не выброс. Слышишь? Идите, а? Поздравляю, брат. Вау! Ушел! Вот они вот так делают, а у нас мой эти. Дождь пошел! Оставляем. На зеленый? На зеленый, брат, поставляем. Оставь, ну попьем. Оставь, попьем. О, голоса нету. Брат, тайм ЛКП, набухалась машина. Спасибо. Голос. Это Монте-Карло? Карбон видел тебя машину, брат. Не, вау, кто это? Привет. Добрый вечер. О, привет. Салам, ахи, как ты? Все хорошо? Хохана. Не обязательно? Здорово. Нет. Нет? 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 Где подарок мой? Бля, если бы еще забыла, я думала, ты... Он! Привет, чат! Сделай! Коронку сделай. Он вчера сказал, что ты в 3 часа дня уезжаешь, и поэтому я не взяла. Что, охуенно тебе не говорил? Да не знал. Я выехала из дома, потому что... Внештатная. Он просто скрывал. Пиздит. Внештатная. Даже не слушай, вот завтра 100%. А что там, нормально тебе? Школьники, очень круто. Школьники, пиздец. Сзади, привет, братья. Только дай мне обещание, что ты мне на стриме будешь сидеть. Ты снюс подарить хочешь? Похоже, то в урок, ебал. Снюс подарить ему хочешь? Нормально, ты как, от души. Привет, 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 пацан. Вон стоит. Сочи, слышь, это бродяга. Ангелина. Ты молодец, зеленый. Идиот. Адама дочка, бля, все пишут. Адама дочка, бля. Почти глаза одинаковые. Я купила подарок Рошану, блядь. Ах, чудиарина, пахана, бля. Ебаный в рот. Смотри, бля, газует, бля. Не вышли меня. Я вышли тебя. Не вышли меня. Застегнись, ворот, ты че, жарко? Смотри, смотри, как за ночью переживал. Смотри, как сгрелся. Охуеть. Адам батя, бля. Скажи ему, ну пап, вот так ну, пап. А он скажет, ну Сэм. Меня кот Сэм. Че, охуела? Гинцуха. Гинцуха, ты че, охуела? Застегнись. Тебе не холодно. Тебе не холодно. Смотри, Адам, дочь, хорошо, один на локости двигается. Надо, здоровая, застегнись. Среди спортивки сейчас купила. Саша, смотри, как сюда. Да, да, да. Куда? Он за спину вот так смотрит. Слышь, Ангелин, давай иди своего мужа общайся. Сочи, блядь. Брали того? Черный форсарик было? С собой было видно. Да, полуфутболку. Ну, типа, вот, как у тебя, видишь, значок? И у меня. Да, прикинь. Где вы? А сними, пожалуйста, если то, что купишь. Так, сразу она сходу, да, снимет? Пойдем, Адам, вещи с машины, дорогие. Че? Носки тоже полу. Да, брат, погода. Снимай. А че, похоже, кто-нибудь возьмет один полу, блин. Что? А как ты себя чувствуешь? А че, себя плохо чувствовать должен? Ты же к врачу ходил, ты писал, что... Вот скажут врачи, что со мной. Умираешь? Что? Бля, так сегодня на стриме спрашивают, где там этот, блядь, говорит Рошан. Он говорит, сдох, блядь. Базарит там тебя. А я 16 лет. Да, мне 16, брат. Кому 16 лет? Ей, ваш. Тебе не жарко? А? Тебе не жарко? Как не культурно, позови парня. Идешь шутить. И услышал. Шачи!
Подельник. Слышишь? Пошел на мозги, ебет. Себе мозги ебет. Ты знаешь, это Алда Мамочка? Да. Давай мозги ему еби, как умеешь, давай. Я тоже это сказал. Бля, я, кстати, вчера в Армане видела такую же, только кожаную. Очень проблема. Купи, ну, Греми. Вот, купи. 14 тысяч, бля. Похуй, бля, у тебя, бля, богатый, ты GTA стримишь, бля. А ну, покажи этот Farfetch, что это? Понюхай. Очень. Ой, знаешь, как стоит? 40 тысяч. Охуеть. Духи. Хуйня, где моя Лакос, сука, АХ Армани? Какой Лакос, блядь, Армани себе говорю. Давай, иди, Греми. Что ты пьешь? Слышишь, что нам где ты видела? А я с тобой БК приехал. Нихуя себе, Лакосты, Макосты, Хольберг. Честно пишут, вот не русские девчонку, блядь, на бабки разводят, как всегда. Да, ну, да, 40 тысяч стоит? 40 тысяч, бля, брам, иди. Скажи еще раз, дупа. Бля, если здесь скажи, пройти, дупа. Если здесь пройти по 1000 собрать, я думаю, можно пойти купить. У него ковид. Что, дочь? Дочь. Слышишь, где это? Что ты смотришь? Слышишь, я дочь, ты чё, бля? Не, слышишь, дочь. Ты хватит мои деньги тратить, эй. Ты мне Армани тебе дам показывать. Охуел эту машину 5-10 минут. Что, бля, показывать? Мне Шатир бесплатно. Шатир твой муж, бля, пусть возьми своего мужа газу и жесть за его. Слышишь, чё получается, они, братья, тут её родил, бля. Так. Это, бля, Расихрил, да, отдал свою, бля, дочку за Шачира? Да, да. Братан, брат, знаешь, как сделать, чтобы семьи были, союз сделать? Он скрипил, раму так сделал. Ты получил на ней женишься? Нет, все разводят девчонку на бабки. А нахуй ты на шампанском стоишь? Ты что, ради этого обувь чистил дома? Слышишь? О, Шачир! Шачир, в каком городе сейчас? О, голоса нету. Алло? Что, мама ёба активируется сейчас? Ова. На. О, дай, ра! Дай, дай, дай! Блядь! Дай, мам, брат! Как она сразу сказать хочет? Пара денег, пара денег! Иди нахуй, ты в капюшоне! Прикиньте, вообще было, мы сразу на крышке ехали! Да! Мы встаем! Ага! Нам закрыли глаза, типа, повязкой! И прикинь! Кто? Захон, блядь! Меня взяли, типа, по жопе шлепнули актеры! Там разобраться? Да, да, да! Ладно, а сейчас моменты будем рассказывать или все оставим при себе? А как ты поехала туда? А, да, не надо. Поэтому никогда в жизни не кидай камень в огород. А я им рассказывала то, что я с друзьями поехала, типа с компанией. Все. Все нормально. Спросила меня, можно поехать или нет? А у меня что не спросила, охуела? А? Серьезно? Да, машина есть у тебя? Да. Какая? CLS. Не, серьезно? CLS вот стоит. Ты чё, бля, отец, бля? Хули дочка пешком ходит, бля? Это она сказала. Хули дочка пешком ходит, можешь мне сказать? Ей говори. Ей, ему говори. У нас, братан, так, отдал дочь, что там, оно, по телеку. То есть ты, короче, её, бля, растил 19, потом чисто слил. Слил, да, да. Понял? Або нехуй. Типа, всё, похуй, рынок бы заниматься. Да, жест бы занимать. Слышишь? А? Жимку свою успокой. Кто? Тобой была бы у меня жинка, успокоил бы, знаешь, как охуел. Один-два дня, блядь. Муж может успокоить. Скажи, чтобы он мне дал погазовать. Иди, я разрешаю. Это его машина, кстати, не моя. Отключай, это не моя машина. Сюда болтовать не причем, уронять причем. Смотри. Чё? Наебывает. Что написано? Собственник кто? Читай вслух. А это Адама машина. Бесиджев Айдамир. О, дай ключи, пап. Они у него, я ему дал. А какого хуя глаза у него голубые, а у тебя коричневые? Так не обязательно же, что если... Честно, это не обязательно, типа, если у родителей там какие-то определенные, вот, допустим, зеленые глаза, то у ребенка вообще могут быть, блядь, фиолетовые хоть, блядь. Да? А кому ты, кстати, там звонил, что-то ехать собирался, фары быть? Да, тёлка, прикинь, была с этого. Поедем вместе? Оценишь, расскажешь, как она тебе. На нее, как сгрелась! Ты видела видос мой в инсте? Чтобы понимание у тебя было на будущее, стой. Что за видос? Сейчас. Да, стой. А ты было что-то еще наподобие? Смотри, полез так. Тебе будущий надо момент, я буду я видел, я ебаться, кайфовать, бля, мне похуя, никогда не исправлюсь, бля. Охуенная тёлка пройдётся, охуенная жопа. 60 тысяч набрал, с тобой видос 200 тысяч набрал. О, а это я тоже, блядь. Ты тоже нихуй, да, брат, на. И теперь, когда этот, я в каких-то вот кафешках сижу, в основном армяне на меня так смотрят, блядь. Узнают, ну? Что-то они просят внимание. Поправляешь ты им, знаешь? Ну, я тебе говорю, у тебя все, у тебя, блядь. Локат, ты к вам в Ереван поедешь, тебя, в смысле, сразу трансфер за тобой. А что, ау, Рената Жинко приехала. Море сам, садись. Опа, опа, опа. В Грузии приедешь, сразу тебе сходу бетон. А что, скажите, я бороды.
Ты что, в кармане расческа есть? А что у тебя есть в кармане? О, тоже в полу ходит, смотри, мой брат. Кто это? А что, что ли? О, хороший духи, знаешь? А где этот? А где Зеленский? Зеленский. В Украине. У меня вроде с собой их нету. На, вот так, да ты знаешь? Что? Впрочем, где Зеленский, я ебал. А зачем ты бантик это делаешь? Не знаю, тебе удобно? Захотелось. Ты тогда тоже с ним была? Она симпатичная, знаешь, у нее волосы еще пепельные. Бля, ты можешь впритык не подходить, знаешь? Видишь, а я тебе сразу дал. Набери, по-братски. Так и бывает. Вот у тебя муж есть. А она уже газовала. Ну, садись его в машину. Нет, да. Заебете, бедный ЦЛС, а в рот выебали. Он сегодня отдыхает. Она и так, Вась, уже маму. Чё? Чё? Сейчас чё? Сейчас чё скажешь, Ле? Минус ревенки идём. Чё пиздит? Я не услышал. Минус... Плюс сразу. А, как а я не видел гранту. Да плюс реб будет себя кидать. Гранта не видел. Предсказуемо было. Она как сгрелась. Ты же не выходила. Жинка моя, знаешь ее? Познакомился? В курсе я реально выше Равшана, блядь. Я же выше него, это 100%. Она не нефа. За рост разговариваешь, что ли? Ну, типа... Бля, мне кажется, он просто к земле уже идет. И седина, блядь, и к земле идет. Тебя пиздаем, я. Моего брата подъебал. Я сейчас кепку, блядь, сниму, она ослепнет. А чё? А ну иди сюда, маленький. Если я кепку сниму, она охуеет. Не похуй, брат, мужчина будет, ну брат, какая нахуй разница, не лысый. На, похуй вообще, дальник, ФСО ебани ему еще. ФСО, СГО, все есть. А ну дай, давай, ты дали ебашь, я буду хуярить СГО. Ну голос уже нету. Куда вы хотите? Что хочешь? Да. Опа, война намечается. Ой, блядь. Сломаешь, блядь. В смысле? Потом мы, знаешь, дай денег. Как так быстро? Ничего, не читайте. Чтоб спойлера не было. Серьезно? Бля, хороший мат, смотри, какой красивый. Как прикольно приготовился. Ну подождите, отойду. Все. Я пойду. Давай, давай, пока. Все, до встречи, если что. Давай. Кринато, а где он? Ты говорю, уехал уже. А, уехал. Ой, блядь, страшно, ебаный в рот. Одни кроссовки мне изи бусты с рынка дайте, чтобы я их один раз лезвием станцевал и порвал жесть. Ой, блядь! Адама, трусы тоже рвёт же. Знаете, кроссовки вот с Алиэкспресс, это как Мишле покупаешь на BMW, чтобы дрифтить. Так, чтобы одну лезвинку станцевали. И кроссовки бабахнули, блядь, когда лезвинки танцуют. Ой, блядь! Видно было? Ёбаный мал. Правило. Здесь автосалон Porsche справа должен быть. И Lamborghini. Серьезно? Да. Вот потом миллиардерами станете, купите. Кажется, брат, не... вот здесь справа должно быть. Тут здесь санкции, манцы. Хуй его знает. Ну, наверное, привозят там, где-то берут машину. А вот какой-то бассейн. А, не, не здесь, дальше. Что не делай так? У Адама инфаркт будет. Тут прямо может до конца ебешь. Он не про это, он ищет этот. Да, я... Машина где? О, в каком я город делаешь, да? А, Америку, когда им делаешь? А я мальчишка и шустрым родился, а я мальчишка и шустрым родился. А мать моя, как жизнь моя текла, в лагерях и утилася, а я мамаджам вором стать. А с малолетки в лагерях и утилася, а я мамаджам. Да не, не сабр, не надо ко мне прессовывать человека, блядь. Гоут, смотри, стоять, свободный перекресток, смотри. Свободный перекресток, он поворачивает налево. А он будет стоять до Талова, пока ты загонялся налево. Он будет, это тоже, смотри. Пахан, готов, из Грузии не приедет. Направо? Здесь поворот, знаешь? Прямо, брат. А, ебать, это не тот поворот.
тогда тоже вот так. Так он резко, он, блядь, резко показал на это. Резкий разворот был.